Я скажу так, что не можно, а даже нужно женщину держать в ежовых рукавицах. Только тогда с нее выйдет какой-то толк. Женщине, если все разрешать, она очень быстро сядет на шею и свесит ножки. Ей это очень понравится. Есть процент женщин, которые адекватные, нормальные, с ними можно договориться. А я сейчас говорю про основную массу. Если мужчина будет в доме хозяин, стукнул по столу и женщина слушается, только тогда семья продержится намного-много лет дольше.